На порталах Загет поступил вопрос, может ли верующий дедушка крестить ребенка тайно, без ведома родителей? Если родители живут с ребенком и воспитывают его, то, конечно, нет. Потому что, ведь, знаете, крещение это же не просто обряд, это таинство рождения человека для христианской жизни, для жизни благодатной. Когда человек. Принимает крещение, он взрослый, он сам делает выбор и старается жить по-христиански, начинает молиться Богу, читать Слово Божие, исповедует, сыскать в своих грехах, борется с своими грехами, и страстями, причащает святых тайн Христовых, соединяется со Христом. Когда мы крестим ребенка, мы крестим ребенка по вере родителей, по вере тех взрослых, которые с Ним живут если ребенок живет с родителями, и в тайком от родителей покрестить ребенка, то ведь родители не будут его воспитывать в христианской вере, не будут его причащать. То есть такое получается формальное крещение. Так делать нельзя, конечно. Если, допустим, ситуация, что родители не живут с ребенком, ну, по той или иной причине отказались от его воспитания, не хотят его воспитывать, и дедушка, или бабушка, или какой-то другой родственник который фактически взял на себя функции родителей, воспитывает ребенка и хочет его воспитывать по-христиански, тогда можно покрестить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.